На территории города Шымкент за 6 месяцев этого года зарегистрировано 83 пожара. Материальный ущерб составил 172 миллиона тенге. В результате пожара погибли 8 человек. В этом году пострадавших от пожаров не зарегистрировано. Снижение на 100% по сравнению с прошлым годом. О мерах безопасности в летний пожароопасный период смотрите в сюжете. 78% зарегистрированных пожаров приходится на жилые дома, 39 пожаров, 47% от общего количества пожаров и на транспорте 26, 32% от общего количества пожаров. Остальные 18 пожаров или 22% происходят на производственных, торговых, складских, административных объектах и открытых территориях. По произошедшим пожарам и возгораниям к административной ответственности привлечено 208 лиц, из них 174 предупреждения, 34 наложено штрафов на общую сумму 1 362 750 тенге. В жару температура окружающей среды достигает 40-45 градусов. Огонь появляется легко, и его нелегко потушить без специальных инструментов при отсутствии доступа к песку и воде. За сутки пожарные части выезжают на более 20-30 вызовов. Подавляющее большинство горит сухая трава и мусор, из-за последствий которых могут возникнуть угрозы хозяйственным объектам и жилым домам. Летний пожароопасный период – отдых у большинства людей проводится на природе. В это время жители должны быть особенно осторожны, внимательны и следовать советам по пожарной безопасности. Специалисты напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности и сжигание мусора предусмотрена административная ответственность по статье 336 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Ружан Жиренбаева, Нурлыбек Аскарулы, новости.